Насколько важно соблюдать дистанцию до ближайших машин, узнал 44-летний водитель автомобиля Audi. Мужчина, двигаясь по аллее Смелых областного центра, допустил столкновение с Subaru, но этим ДТП не закончилось. По инерции японское авто врезалось в Kia, та в свою очередь испортила бампер новенького Мерседеса. После ДТП 44-летний пассажир Audi с телесными повреждениями была госпитализирована, а четырем автолюбителям предстоит хлопоты ремонта и общение со страховыми. А избежать так называемого в народе паровозика можно было совсем просто: соблюдать дистанцию и быть внимательным. Соблюдайте правила и будьте здоровы!